В управлении Росприроднадзора по Омской области новый исполняющий обязанности руководителя им стал Виталий Нетребко из Красноярска. Одним из самых вероятных претендентов на пост главы считался амич Сергей Еремин, который исполнял обязанности начальника с февраля этого года, но так и не был утвержден в должности. Примерно в это же время в Омске начал набирать обороты скандал с выбросами этилмеркаптана. Установить источник не удается до сих пор. Именно с выбросами эксперты связывают снижение личного рейтинга Еремина и привлечение специалисты из Красноярского края. Для Нетребко перевод в Омск – шанс на повышение по службе. В Красноярске он работал замом руководителя ведомства.